Так, говнюки, специально для вас собирал. Только попробуйте меня оценить. Только попробуйте не оценить, твари. Может, лучше на этого придурка было их потратить. Я что-то так подумал, вроде неплохо. Я очень сомневаюсь, что это сработает. Пистолет против него не работает вообще. Я еще раз повторяю, я тоже не рад тебя видеть. Ну дай мне пройти, мать твою, эту игру и дальше просто пройти дай. Я и так без ваших этих дедрайсников скоро свихнусь нафиг. Давай, кидай. Спасибо, мне не надо. Ты что-то еще кинул, что ли, урод? Он еще и горит хреново. Да, хреново из тебя зомби получится, я чувствую. Зато по 400 опыта дают за этих. Надо было сразу все на них истратить, да и все. Что есть вот? А, пчеломатка. Отлично. То, что нужно. Для звезды рок-н-ролла. Собирайтесь, ребят, собирайтесь. Впереди долго. Не надо так делать. Вот так делать уж точно было не надо. Я сказал на стол не забираться. Я тут горцую, танцую и блюю. Давай только не сейчас, а. Выбери другой какой-нибудь день недели, а, их 7 вообще. Можно разгуляться, так разгуляться в фантазии. Отвалить от моего огнемета. Опять ты блевать, господи, я даже забыл, что блевать собираешься. Сейчас, блин, самое время, тварь ты поганая, омерзительный ты урод. Ну чё, вниз опять бежать, просрал все здоровье. Из-за этого придурка, мать его. Не можешь сдержаться. Ситуация не... нетусибельная, знаешь ли. Там ты можешь поблевать, но здесь, урод. Еще раз я тебя такое увижу. Будешь блюватроном работать до конца жизни. И уж себе не знать, что это такое, что входит в его обязанности. Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? Чем этих придурков убивать? Где там мужик с кувалдой? Где мужик с кувалдой? Где мужик с кувалдой? Где мужик с кувалдой? Меня сейчас загрызут. Так. Если здесь изнашивается баллон, то это будет вообще супер прикольно. Кастрюлю никто не хочет получить. Так, кувалда есть. Я чувствую, вам жить надоело, да, уроды? Нет, отсасывать перед вашей смертью мне не стоит, потому что это не изменит ситуацию. Главное, чтоб не по мне. Слава богу. Чё ты опять кряхтишь? А? Допустим. Допустим. Допустим.
Допустим. Ах ты, урод! Касса. Хреновое оружие. Я уже даже не знаю, с чем мне больше сражаться приходится. С зомбарями или с этими придурками? Нельзя уже пчел выпустить на свободу. Без проблем. Мне вообще бежать уже некуда. Я не знаю, куда свою тушу деть. Я, конечно, такой большой и заметный, что прям пипец. Господи, да как так бежишь мимо, что тебя умудряется вот так вот в засос прям. Вот прям в засос. Не больше, блин, не меньше. Прям в засос. Гомик ты среднестатистический. Отлично. Чё ты скажешь? Не урикошетит, что ли? Меня прям в рожу или что? Отлично. Бомбёжка-то будет? Придется обратно возвращаться. Опять здоровья нифига. Когда-нибудь от старости-то сдохните уже или как? Может, от скуки, я не знаю. Как вы вообще развлекаетесь? Вы уже давным-давно, по моим статистическим данным, должны были сдохнуть от скуки. Уроды. А я от перенапряжения. Сфинктра. А у вас все больше и больше. Нормально. И ты, придурок, выкинул пистолет для того, чтобы просто подраться кулаками. Лучше бы прикладом научился драться. Хотя бы у тебя пистолет развалился бы через 5 ударов. Ну ж, вы не представляете, как вы меня заколебали. Это словами не передать. Просто. Допустим. Допустим. Ну какого? Она не берется. Ну давай, давай, давай. Убери же, ну! Кривая гребаная наводка. Хардкор века. Теперь он стрелять начал. По зомбарям стреляй тогда уж. Гребаный кунг-фу дед. Ты запарил конкретно. Отлично. Опять в маразм впал. Как ты попадаешь, урод? Этого для уровня не хватит. Кого-нибудь, может, пчеломат там? Отлично. А то я уже готов был прощаться с жизнью, хотя, может быть, сейчас придется. Супер! Супер! Тупее не бывает.
Зомби поцарапал. До смерти. Ну а где же здесь была пулеметная хрень? Ну, по-моему, же здесь было. Но это какое-то непонятное отверстие. Я же здесь дрался с этими дурацкими куклами Барби. А где тогда брал пулемет? Где я брал пулемет? Я где-то там брал пулемет. Надо найти это место, где я брал пулемет. Без пулемета мне хана. Продолжать верить в обратное просто бессмысленно. Где я брал пулемет? Единственное, что меня сейчас волнует. И ты, придурок, меня тоже сейчас волнуешь. Потому что заколебали. За покупочками. Где-то здесь что-то должно быть. А где? Это вопрос уже тонкий. Да отпусти ты его, ё-моё. Прицепился тоже мне. Дверь закрывай, придурок. Грузчик, чтоб ты конца жизни им работал. Да выкидывай ты коробку. Ты, господи, какой ты тупой. Я не хотел. Я не про тебя тупой, я про это. И что это за нахер? Ладно, есть ракеты, нет трубы. Да я же помню, я здесь брал эту фигню. Ну. Сражаться-то нечем. Допустим, так. Радикально. Ну неужели это не здесь было? Непонятно где. Ну я же где-то брал пулемет. Но я брал его здесь, по-моему. Ну невозможно же. Что за радикальная смена архитектуры и вообще планировки получается такая? Ну я же точно помню, что я здесь дрался с этими тварями. А, вот оно, вот оно. Вот оно. Там это помещение. Я иду к тебе, детка. Пулемет будет моим. Совсем близко, кстати. Я сделал полный круг, чтобы вернуться туда, откуда я начал. Я не повторим. Пулемет. I need a machine gun. Fuck yeah. Вот и мое спасение. Вот второе мое спасение. Что еще? Все? А, хватит, плевать. Теперь уж точно должно хватить. За ненадобностью лучше взять что-нибудь нормальное для ручных атак. И бабло, конечно. Куда без него? Machine gun. I will win with machine gun. Yeah. Твари, вы даже не знаете, как кнопками пользоваться. Так что вы лезете-то, а? Все, хана старикану, да допрыгался. Хана. Просто хана.